Ascent Drain 84 уровня. Новый герой. Хочу пройти карту тира 7. Вот. Короче, в чем подкол к этой карте? То, что ну, тут нужен скилл передвижения. Спектром я рипнулся 96 уровня. Ой, 90. До 96 я не дошел, 90 уровня. Ну вот, у меня есть пламенный рывок. Это уникальная карта, тут увеличение процента опыта. Ну, я почитал по свойствам, она не особо опасная, вроде сейчас посмотрим. Так, по свойствам нормальная. Скорость увеличена, опыт 130, увеличение количества предметов, то есть качество. Да, видите, тут реально, походу, скиллом передвижения надо. Прикольно вообще. Надеюсь, я тут не рипнусь. Куда мне флейм дэш? Ладно, давай вот сюда. Прикольно. Что-то у меня такое желание не открывать эти коробки лучше. Или пофиг. Да и тут скилл передвижения дольше перезаряжается, кстати. Тоже свойство карт. Ой, лучше его не тратить. Да. Опа-на. Да, это плут. А тут реально экспадика идет. Это плут, Essence Drain. Очень крутая штука, мне нравится. Тут реально экспа очень сильно дико идет. Да, тут экспа очень сильно бустится. У меня 180 миллионов только что экспы было в час. Так, а тут что? Походу не сюда надо. Вообще прикольно. Впервые прохожу эту карту. Вот эта фигня, она дамажит. Кстати. Вот эти торнадо. Пассивка у меня на два проклятия взята, потому что у меня путы времени и плюс колба еще. Итого два проклятия на врагах. Дамаг у меня 35 500 урона сейчас. Заряды у меня увеличивают урон, так что это, наверное, максимум 35 500, да? 35 500. Это босс или что? Выглядит как босс. Черт, эта арена, мне стрёмно. Давай портал поставлю, я не знаю, что тут босс делает, серьезно. Тут тоже перескакивать придется. Фигово. Вот это босс.
Так вот... А, ясно. Он типа тоже прыгает. Хорошо. Ну, умри. Где он? Я не увидел сюда. Блять, не может прыгнуть. Я туда не могу прыгнуть, кстати. Не надо. Да все, давай. Что-то изи. Заметьте, 130% увеличение редкости, это не считая моей 28. 158% увеличение редкости на карте. Заметно, да? Прям на лицо. Увеличение редкости на лицо. Тут мобов дофига. Гоу до конца зачистить. Если это возможно вообще. Конечно, я ожидал чего-то большего, видимо, с этой карты. Ну, очевидно, типа, с такой увеличением редкости, с таким. Я ожидал большего. Я макросом чекаю количество мобов, если чё. Нормально, чё. Это я сейчас тупо за счет реги... Нормально, чё. Чуть рип в прямом эфире не оформил, как говорится. Нормально. Нормально. Охуеть, 85 уровень при том. Тир 7 карты. Чуть рип не оформил. Нормально. Я не понял, что мне надамажило. Там вроде бы синие мобы были. Может, с критами с какими-нибудь, не знаю. Вообще я флейм дэш не использую флейм. Я юзаю удар щитом. 28 мобов осталось, все, с меня хватит. Да, весело. Весело. Просто юзалось. Реально, просто юзалось. Типа, есть карты, где прям, ну, вроде... Они уникальные, и что-то вроде прям падает. А тут, ну вот, типа навар. Просто чуть не рипнулся к ебеням, и все. И типа весь профит с карты. То, что чуть не умер просто. Ну, даже не знаю. Тир 7 только упало, вот все, резиденция, да. Вообще мне нравится эта карта. Но у меня есть еще другие уникальные тут. Но это потом. Как-то так. Вообще охеренно, просто не знаю. Вот, чисто для атласа прошел. Просто на полную, вообще бесполезная карта, просто на максимум. Просто бесполезная. Найс. И чуть не рипнулся при том. Даже не понял как. У меня армор типа 19%. Без колб. Без всяких бафов. Щит специальный вот. У меня резисты 76, 78, 78. То есть у меня капрезисты повышенные. Плюс 3 ко всем капрезистам. Ладно.